Казахстане приступила к реализации программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Новая программа работает по трем направлениям. Главная цель – не только понизить уровень безработицы в стране, но и подготовить новые кадры с техническим и профессиональным образованием. За время работы программы на постоянные рабочие места трудоустроены около 9 тысяч человек. Дело в том, что сейчас рынок труда очень агрессивно развивается. Меняются все приоритеты, меняются все потребности работодателей. Поэтому некоторые люди, которые имели какое-то образование, сейчас оно становится невостребованным. Люди не могут устроиться на работу. С этими людьми мы проводим профессиональную ориентацию. Также у нас сейчас основой экономики является малый и средний бизнес. Поэтому для развития малого бизнеса мы готовим людей, чтобы они могли открыть каждое свое дело. И сами будут работать, также они сами будут создавать рабочие места для других. Самые востребованные профессии, говорят в центре занятости, коммерческие и туристические агенты, а также менеджеры системы качества и социальные работники. Сейчас в Алматы обучается около 2000 человек. Это три группы – выпускники вузов, молодежь в возрасте до 29 лет и просто безработные и самозанятые. Для них свои двери открыли 20 организаций образования. Это колледжи и учебные центры, созданные при работодателях. Срок обучения составляет до 3 месяцев оптимально. Они могут обучиться, после этого идет трудоустройство, так как у нас обучение все проходит в дуальной системе. То есть они обучаются и сразу же проходят практику. После того, как они заканчивают, получают сертификат, сразу направляются на трудоустройство тем работодателям, которые давали заявку. Адия Беганова – одна из таких участников. Девушка закончила экономический колледж, но работу по профессии так и не нашла. Пройдя курс обучения, ее взяли в цех. Теперь бывший финансист отшивает форму для школьников. Кстати, во время обучения всем участникам программы выплачивается стипендия. Материальная помощь в размере 17 тысяч тенге. Просто так получилось, что работу трудно искать сейчас, в данный момент, на финансиста. Из-за этого мне приходится, захотелось просто как хобби или как работать дальше, в дальнейшем, на швею. Мне нужно было проучиться 3 месяца, каждый день ходить, и также меня обучали мастера. Они очень хорошие мастера, хорошо обучили, я их благодарю. Кроме того, в рамках программы работает и микрокредитование. Теперь все желающие обучиться основам предпринимательства смогут пройти 2-недельный курс. После чего, встав на учет как индивидуальный предприниматель, получат возможность взять кредит на открытие собственного бизнеса.